Мы сделали очень большой объем работы. Что касается физические кондиции, функциональные, на сегодняшний день они довольно-таки хорошие. Всегда хочется лучшего, но на сегодняшний день это физически они хорошо готовы. Что касается тактики, техники, ну, вы знаете, технику не пропьешь. Что касается тактики, это каждодневное занятие, и они будут продолжаться. Никогда тренер не будет доволен. Мы понимаем, что нас ждет, то, что я говорил. Сезон будет очень тяжелый. Что первая игра, что заключительная, мы не разделяем. Для нас самое главное – это ближайшая игра. В данный момент мы не смотрим и не ставим цели и задачи на конец года или на конец чемпионата. Наша сейчас задача – подготовиться, что мы делаем, подготовиться к первой игре, выйти и постараться успешно сыграть. Я считаю, что команда без болельщиков – это не команда. Но болельщик просто так не придет. Поэтому мы всем сердцем, всей душой ждем болельщиков на трибуне, но сегодня они придут, завтра могут не прийти. Поэтому я могу обещать от имени команды, что команда будет с характером. Команда будет играть не только за своих близких, не только за победу, а и для болельщиков. Потому что болельщик – это тот стимул, который нас заставит делать то, что мы от нас требуют. Болельщика не обманешь. Мне всегда нравились болельщики. Я был здесь на игре и разговаривал с ребятами, которые здесь до меня были, что болельщики очень любят команду, но проблема не проблема, они еще и разбираются в футболе. Для меня это здорово, когда болельщик не просто радуется забитому мячу, но когда болельщик радуется, как нападающий или атакующий игрок бежит на своей половине поля, отнимает мяч в подкате, помогает защитникам. Он делает эти усилия для того, чтобы у команды был успех. Мы постараемся не разочаровать болельщиков. По технике, по тактике, если у них будут претензии, я готов с ними буду разговаривать. Но что касается характера, я уверен на 99%, что в этом компоненте мы не подведем болельщиков, не подведем город. Ждем на стадионе с нетерпением.